всех, приветствую на нашем канале. Сегодня у нас на разборе Chevrolet Cruze 2011 год, 1.6 механика с пробегом 258 тысяч километров. Автомобиль по кузову имеет повреждения, технически запускается, сам передвигается. Подробнее давайте рассмотрим кузовные элементы. Крыло переднее правое. Видим, снизу шпаклевочка. Имеются маленькие вмятинки по крылу, также царапинки. Зеркало заднего вида у нас выцвело, лобовое стекло разбито, над лобовым крыша у нас вся в сколах. Дверь передняя правая визуально ровная, но снизу у нас уже облазит краска, сколы и лезет коррозия. Видим с внутренней стороны под герметиком. Такая история. Обшивочки двери у нас все зацарапаны. По акту проверки имеем такие данные. Сиденья у нас тоже грязненькие, подмятые. Задняя правая дверца. Также она у нас в сколах. По низу тоже у нас краска облазит. Порог у нас слеплен из шпаклевки. Видим кусками. Здесь вообще очень мощно наложили. Вокруг ручки коррозия, и здесь тоже у нас лезет коррозия. С внутренней стороны также под герметиком видим ржавчинку, обшивочка вся в царапинах. Стеклоподъемник работает исправно. Заднее правое крыло имеем притертость и вмятинку. Здесь у нас тоже пару вмятинок с царапинками. По задней части крышка багажника у нас с кнопки не открывается. Раз вмятинка с той стороны, такая же вмятинка. И имеем здесь в уголку у нас тоже, в углу тоже есть вмятинка. Задний бампер у нас разбит, в продаже его скорее всего не будет. Слеплен он также у нас из шпакли. Крышка багажника стоит не в зазорах. Почти палец залазит. С правой стороны фонари у нас целые оба, с левой стороны внутренний целый, наружный у нас очень сильно выцвел. Заднее левое крыло, тоже у нас здесь большая вмятина. И также облазит краска. С водительской стороны порог визуально живой, дверь тоже живая, обшивка также зацарапанная. Стеклоподъемник работает исправно, водительская дверь. Водительская дверь имеет сколы, под ручкой все хорошо. Зеркало также выцвело заднего вида, обшивочка в таком состоянии. Сиденье водительское у нас подмято чуть-чуть, имеется царапинка, но сквозных дырок у нас нет. Откроем капот. Переднее левое крыло у нас слепленное шпакли, шпакля у нас лопнула. Оптика, видим разбитую лампочку, стекла такая мутноватая. Здесь у нас на капоте тоже шпакля потрескалась, местами коррозия и скольчики. Капот с внутренней стороны у нас тоже цветет, здесь уже дыры появляются, видны запотевания в районе клапанной крышки. Слышим, что сифонит глушитель, технические жидкости у нас все в уровне. Крепление левой фары целое, с правой стороны крепление у нас надломлено. В остальном работает ровно, не троит, обороты у нас не плавают. А я вам хочу напомнить о том, что мы к вам любые автомобили в любом состоянии, а также проблемные автомобили по всему Уральскому округу по самой справедливой выгодной цене. Контакт на выкуп находится в описании. Давайте прогазуем. Прогазовали, пахнет горелым маслом, значит двигатель у нас маслица подкушивает. Посмотрим, что по салону. Сигнал звуковой работает исправно. Гур слышим, что воет, руль тяжело поворачивается, само рулевое колесо у нас очень сильно затерто, уже сыпется. Также ручка переключения передач в таком состоянии. Мультимедиа работает исправно. На дисплее также все отображается.
аварийная сигнализация работает. Центральный замок ведет себя чуть-чуть неадекватно. Делает такие действия. На панели приборов все отображается. Габариты ближний, дальний. Все отлично. Стеклоподъемник передний левый. Передний правый. Зеркало левое. Во всех положениях работает. С правой стороны. С правой стороны зеркальный элемент у нас уголочек разбит. Но регулировка также работает во всех положениях. Нигде ничего не закусывает. Все отлично. Плафон салонный светится. Зеркальный элемент целый. С водительской стороны. Также зеркальный элемент у нас целенький. Стеклоочистители. Насос качает. Поводки работают во всех режимах. Отопитель, моторчик на максимум. Направление обдува у нас меняется. Слышим, заслонки срабатывают. Никаких посторонних звуков, никакой вибрации у нас нету. Все отлично. Обогревы сидений у нас работают исправно с обеих сторон. Уже включал, проверял. Проверим сейчас с вами кондиционер. При включении у нас муфта не срабатывает, ничего не происходит. Рычаг стояночного тормоза у нас достаточно в неплохом состоянии, работает исправно, тормоза у нас держат. Бардачок открывается, сама торпеда у нас в царапинах. Еще раз покажу задний ряд в каком состоянии. Сейчас проедем с вами, прокатимся, посмотрим техническую часть, как переключаются передачи, не вылетают ли они, послушаем подвеску и проверим тягу двигателя. При выжиме сцепления посторонних звуков нет. На месте у нас передачи все включаются четко в свои места. Вторая. Гур у нас воет. Вторая. Третья. Передачи не вылетают. Подвеска у нас отрабатывает мягенько. Люфт отсутствует у нас в рулевом усилителе. Тормоза также срабатывают хорошо. Посмотрим на задней передаче, как поедет. Включаем заднюю передачу. Все отлично. Первая. Чуть-чуть ускоримся. Вторая. Работает у нас двигатель ровно. Третья. Пятая, точнее, была. Если отпустить газ и потом нажать его, автомобиль пинается. Вот отпустил газ, нажимаю, идет пинок, и она начинает ехать. Возможно, какая-то из опор у нас неисправна. Проедемся по щебенке. На щебенке послушаем подвеску. На щебенке у нас тоже тишина. Подвеска отрабатывает хорошо. Попробуем сейчас нормально ускориться. Была пробка небольшая, не давали. Проверим тягу двигателя. Включаем первая передача. Останавливаемся.
газ в пол. Вторая. Третья. Тяга у двигателя хорошая. Сейчас увидите кадры замера компрессии. Замер компрессии Chevrolet Cruze 2011 год, двигатель 1.6, первый цилиндр. Второй цилиндр. Третий цилиндр. Четвертый цилиндр.